Присоединяем к нашему разговору Игоря Яковенко, российского журналиста, политолога, социолога. Здравствуйте. Как всегда, мы очень рады вас видеть. Приветствуем. Список там внушающий, да, имена очень громкие, миллиардеров, которые отправляют, оплачивают российской армии наемников. Там и Дерипаска, и Михельсон, и Гордеев, Гуцериев. Но при этом обращают внимание издания. Их компании, Русал, Новатэк, например, Моспромстрой, счастливо избегают санкций. А почему? Вы знаете, вот объяснить хитросплетение лоббистских групп, усилия всевозможных ходатаев, адвокатов. Слушайте, значит, я сейчас, у меня перед глазами списка Forbes нет, но люди, которые обладают десятками, ворочают десятками миллиардов долларов, у них есть возможность купить очень многое. У них есть возможность нанять самые лучшие адвокатские компании, которые будут входить в состав, так сказать, и входить во взаимодействие с лоббистскими группами. Все-таки ну, в тех же самых Соединенных Штатах Америки лоббизм – это законное явление. Понятно, что здесь есть грань между лоббизмом и отстаиванием интересов преступников, но когда работают серьезные деньги, то могут быть и такие результаты. Я думаю, что с этим связано. Игорь Александрович, скажите, пожалуйста, вот в числе многих фамилий, которые фигурируют в расследовании наших коллег, есть также фамилия Олега Дерипаски. Ну, мы помним, как такое самое яркое его появление на публике, наверное, со знаком минус, случилось в 2009, если мне не изменяет память, году, когда была произнесена Путиным знаменитая фраза «Только авторучку мне верните». Да-да-да. Вот это, скажите, пожалуйста, именно с этого момента Дерипаска полностью стал частью этой самой путинской системы, как принято говорить, или это все произошло гораздо раньше, по вашему мнению? Да нет, конечно. Вот расскажите, пожалуйста. Слушайте, Дерипаска – это алюминий. Значит, это, так сказать, Сибирь, это абсолютно криминальная история. На самом деле, это, ну, как и многие из тех людей, которые, так сказать, занимались бизнесом и которые становились миллиардерами в 90-е годы, это очень высокий уровень сращивания с бандитскими структурами и безусловно, с государственной властью. По сути дела, ну, тут я когда произношу словосочетание «государственная власть» в отношении к России, мне всегда неловко, потому что я понимаю, что я обманываю свою аудиторию, потому что государства в России не было никогда последние столетия, начиная с распада Российской империи и образования Советского Союза. В России никогда не было государственной власти, потому что, ну, многие из тех, кто жил в Советском Союзе, а я так понимаю, что участники нашего разговора жили в Советском Союзе, прекрасно знают, что никакой советской власти, никакой власти Советов не было. Из-за спины Советов руководила мафиозная организация, такой орден меченосцев под названием «Коммунистическая партия». И она не была государственной структурой, формально она была общественной структурой, но именно она всем руководила. Так вот, когда 15 союзных республик вышли на волю из-под власти СССР, то в 14 стали создаваться государства разные. Там в странах Балтии одни государства, в странах Центральной Азии другие, но стали создаваться государства. А в России государство не создавалось. Создавалось некий сплав криминальных структур со спецслужбами, прежде всего с ФСБ, с бывшим КГБ. И вот этот сплав фактически стал делить собственность. И Дерипаска – это как раз вот то проявление криминального союза с мафиозными структурами, которые заместили в России государство. Вот это произошло. Это произошло в 90-х годах. А когда Путин пришел к власти, то вот чисто криминальные крыши, извините за жаргон, но другого слова здесь не подберешь, они сменились неким симбиозом криминала с ФСБ.
Вот, собственно говоря, что произошло. И так произошло окончательное сращивание вот этого олигархического бизнеса с мафиозными структурами, которые существовали в России, которые являлись реальной властью в России вместо государства. Вот, собственно говоря, что произошло. Так что это произошло до Путина, на самом деле. Как вы думаете, почему ни один из перечисленных вот этих вот миллиардеров Российской Федерации не хочет последовать примеру единственного олигарха Российской Федерации, да, который осудил войну Путина, а это Тинькофф? Да, он потерял часть своего бизнеса в Российской Федерации, но цивилизованный мир снял с него санкции. Ну, очень... Вы же ответили на этот вопрос сами. Ваш вопрос, он включает в себя ответ. Он потерял все. Понимаете? Все, просто Тиньков отличается от многих других тем, что он все-таки... Тиньков — это банковский сектор. Это структура, которую он в значительной степени, да, с помощью государства, без, ну, не государства, а с помощью мафиозных структур, уголовно-чекистских, но он все-таки создавал сам. Он создавал сам. Обратите внимание, есть еще несколько представителей крупного бизнеса, которые, так сказать, осудили войну и довольно давно расстались с мафиозными структурами путинской России. Это Чичваркин. Создал сам. То есть, да, безусловно, когда он вел бизнес в России, то он, естественно, там поддерживал Единую Россию. Ну, в общем, да. Все понятно. Ну, просто иначе невозможно было. Но он создал сам. Это структура вот этой вот, значит, торговли, торговые сети, это он создал сам. Значит, есть еще Дмитрий Зимин, к сожалению, покойный. Это одна из самых светлых личностей в российском бизнесе. Тоже очень богатый человек, тоже, так сказать, участник списка Forbes. Так он мозгами своими создал. Вымпелком – это, так сказать, то, что создано его мозгами, как инженера, как математика. Поэтому он там участие государства нулевое. Значит, еще один пример – Михаил Ходорковский, который отсидел 10 лет. Да. То есть это все отдельные истории, которые, так сказать, не являются типичными. А основная масса – это люди, которые получили бизнес благодаря мафиозным структурам, исполняющим в России роль государства. И поэтому они... Слушайте, а что они на Западе будут делать? Вот вы... Что мы, скажем так, люди, которые, ну, так или иначе, хотят жить в свободном мире, они же не конкурентоспособны. Понимаете, в чем проблема? Вот Зимин, он конкурентоспособен везде. Был, к сожалению, он умер сейчас. Значит, я думаю, что Тиньков тоже может иметь какие-то шансы стать конкурентоспособным и на Западе. Ну а все остальные, что будет делать, скажем, Мордашов, Северсталь или Дерипаска, у которого нет навыков ведения бизнеса в конкурентной среде? У него есть навык, значит, уничтожать, в том числе и физически, уничтожать конкурентов. История с братьями Черными, я думаю, что всем известно, те из наших зрителей, кто не в курсе, просто может набрать в поисковике «Дерипаска, братья Черные, криминал». Значит, вот, пожалуйста, там и заказные убийства, там и отжатие бизнеса и так далее. О том, как, значит, что из себя представлял алюминиевый бизнес в России в 90-х и в нулевых, это совершенно отдельная история. Это большие, значит, боевики, даже не детективы. Это боевики с кровью, с разборками, с организованной спортивностью. Кто такой, значит, теневой хозяин Красноярска? Быков по кличке Бык и другие криминальные авторитеты, которые связаны были с этим бизнесом. Это отдельная история. Поэтому я полагаю, что... что они будут делать на Западе? Каким образом? Что они будут делать на Западе, если они потеряют бизнес в России? Каким бизнесом они будут заниматься? Времена, значит, флибустьеров и пиратов, которые... Значит, первый свой миллион зарабатывали таким образом, что они не могли его обнародовать,
а дальше уже честный бизнес. Это времена давно прошли. Запад уже давно, уже не одно столетие перелистал с тех пор, когда в основе каждого состояния лежало какое-то преступление. И тогда это было поговоркой, но тем не менее тогда это была поговорка, отражающая какую-то реальность. Но это прошли столетия с тех пор. Сейчас там такие повадки не нужны. Сейчас все навыки вот этих значит, нынешних олигархов, таких как Мордашов, таких как тот же самый Дерипаска и другие, их навыки, они умеют, что называется, заниматься бизнесом в условиях мафиозной страны, мафиозной власти, сращиваясь. Они умеют подкупать, они умеют убивать. Они умеют заниматься рэкетом, отжимать чужие производства, похищать, заниматься, так сказать, вымогательством, шантажом. Это они умеют. Но эти навыки плохо применимы в западном мире, поэтому им туда ничего. Ну да, эти люди, по сути, ничего сами и не создали, давайте скажем прямо. И вот в развитии вашей мысли, которую вы озвучили, скажем, что по информации издания агентства, лишь 10% богатейших россиян публично высказались о войне, и только трое эту самую войну осудили. Игорь Александрович, и напоследок хотелось бы с вами обговорить еще одну тему. Где-то около месяца назад в интервью нашим коллегам вы сказали, что Евгений Пригожин, тот самый, который повар, тот самый, который неудавшийся переворот в России, может готовиться к реваншу и планировать новый поход на Москву, но теперь с территории Беларуси. Что будет проще для него сделать? Прошел фактически месяц. Что-то изменилось, по вашему мнению, или нет? Вы еще говорили, кстати говоря, тогда о том, что это долгосрочный процесс. Да, безусловно. Это невозможно сделать сейчас, но надо зафиксировать, что на самом деле от ЧВК «Вагнер», по разным оценкам, осталось примерно треть. То есть это не те 50 тысяч бойцов с бронетехникой, с авиацией, с вертолетами, которые, так сказать, на протяжении 8 месяцев штурмовали Бахмут, подкрепленные 40-тысячной оккупационной российской армией. То есть это совсем другая структура уже. Во-первых, их там около половины легло в украинский чернозем. Это, во-первых. Во-вторых, какая-то часть из них, она заключила контракт, значит, с российской армией. Ну и вот сейчас Пригожин пытается донабрать какую-то численность, ну, опять-таки, по каким-то данным, которые, ну, из открытых источников можно взять, там примерно 2-3 бригады максимум, значит, без бронетехники. Ну, то есть с такими силами, конечно, никуда они не могут, так сказать, идти. Они пока думают о двух вариантах своих применений. Какое-то небольшое количество людей сейчас занимаются инструктированием, передают свои опыт бандитских ведений террористических войн белорусским коллегам. А какая-то часть, в общем-то, нацелена на дальнейшее освоение, разграбление и, так сказать, освоение бандитскими методами богатств Африки. Потому что, в общем, Пригожин время тоже зря не терял. Он активно работал на саммите «Россия-Африка» и пытался, так сказать, расширить. Сейчас у него порядка 13 стран там на крючке, примерно 4500 вагнеровцев находится в Африке. Видимо, это число будет расширяться. Но это, так сказать, накопление сил, в том числе и попытка пополнить казну, потому что все-таки тех полутора триллионов в год, который Пригожин получал из государственного бюджета, видимо, сейчас, имеется в виду российского, видимо, сейчас не будет. Ну, а по оценкам экспертов, в Африке он может получить где-то порядка 4 миллиардов долларов. То есть вот такие вот доходы от ограбления африканских богатств эксперты сулят ему. Значит, это способ поддержать штаны, так сказать, ЧВК «Вагнер» на протяжении того времени, когда в России случится смута, чего ждет, явно ждет Пригожин. И Пригожин сможет в условиях смуты, других вариантов нет, он сможет повторить свой бросок на Москву. Уже с территории Беларуси, где по дороге ему не встретятся никакие водные преграды.
Ну, вот, собственно говоря, я так понимаю, такие надежды. Если нет, значит, ну, будет осваивать Африку и в конечном итоге, так сказать, стухнет, потихонечку превратясь, ну, в обычную такую бандитскую структуру, которая, ну, до тех пор, пока там французы, китайцы, американцы будут ему позволять, будет потихонечку грабить африканские народы. Ну вот пока так. Ну а надеется он, конечно, на то, что его таланты бандитские будут использованы, что он, может быть, будет задействован в каких-то провокациях небольших в составе террористических группировок на польской границе. Такое тоже возможно. Не вторжение полноценное, на это сил нет, а просто использование, так сказать, в виде троянского коня, каких-то с использованием мигрантов там и так далее, такие какие-то диверсионно-штурмовые провокации. Ну а главная надежда, это, конечно, реванш, это поход на Москву. Но для этого должны созреть условия. Будем наблюдать за их созреванием. Спасибо огромное, Игорь Александрович. Игорь Яковенко присоединялся к нашему эфиру. Благодарим.